Доброго дня, ми з України. Сьогодні вкотре поліція Луганщини продовжується евакуаційні заходи з найвіддаленіших вулиць міста Лисичанська. Там две женщины положили. Еще есть тут? Отказались. Они дома остались. Ну поеду к ним, если мы за ним зайдем. Отказались. Вас трое, да? Стало очень страшно. Мы вообще хотели сначала выехать, но под некоторым обстоятельством задержались. А теперь, когда так стало очень страшно, мы бросили все и едем. Все, мы вам доверяем. Спасибо, что спасаете. Очень страшно было. Вот этот прилет, просто что-то, ну, мы такого еще не слышали. Вот, такого страшного прилета. И сразу отпали все сомнения, только ехать. Тем более, что видно Украина. Не даст пропасть, правильно? Ну и все. Садики. Сколько детей лет? 3-5. Ну, как сложили, не хочу. А дети? И дети не хочу. А не дай бог смерть. Не дай бог смерть. Ты знаешь, как хоронить детей? А я знаю. Не дай бог этого тебе увидеть. Это не шутки, это все серьезно. Куда эвакуировать? Днепр. За что я буду там жить? Мусор. Вчера детей был мертвым. Рядом прилетело там у соседа побитое. У соседа прилетело. Чего ты сидишь за эти горшки держишь? Захотите вернуться, вернетесь. Принимайте решение. Так, сейчас смотрели на Зигмельёв. Куда, куда? Есть кто дома? Полиция, эвакуация. Вчера уехал. Уехал? Да, вчера кто, уехал. Кто просили? Вчера уехал. Вчера. На силу уговорили. Никак не хотел и все. Кто еще такие есть люди? Кто может эвакуировать? У нас тут в подъезде уже нету таких. А вы что сидите? У меня собака. О, Господи. Ну? Люди коров бросают. Ну, знаете, для кого-то корова... Я собаку с собой берите, все. Пока нет. А там поживем, увидим. А там поздно будет. Ну, знаете как. От судьбы не уйдешь. На эвакуацию записывалось? Записывалось? На эвакуацию? Доброго дня. Полиция Луганщина. Сказала, что вы будете эвакуироваться. Нет. Нет? Дивіться, мы можем заказать специальный автомобиль. Нет, я не поеду никуда. Он грабили вчера. Просто так, а что сидеть? Вы видите, что творится? Он стреляет каждый день. Да мы уже привыкли. В нижней улице ваши все обстреляны. Ну, а давайте вам вызовем специальный автомобиль эвакуационный. Скоро помощь. Я хату не оставлю. Я не оставлю. Еще гирше может быть. Ну что, я уже не страшно. Мне 80 лет. Хай лучше уютно на месте. Ну вы подумайте, завтра мы заедем. Не приезжайте, я не поеду. Не приезжайте, кажу вам. По-матерински кажу. Ну все, тогда завезем гуманитарную допомогу. Добре. Ну, за цього не откажусь. Все, добре, то привезем. Если что, спасибо я вас за вашу ту, сыночка. Ну, будете передавати щось рідним там якось? Привіт. Я жду, щоб закончилося це все. І соскучились страшно, як і вони, так і ми. Це я вам кажу точно, що я не поїду нікуди. Я притоїла в 14-му году, вони ховалися, я нікуди не... Чого-то я іспитана, я чогось не боюся, не знаю. Наверное, тому що я много прожила вже. Мне уже не страшно. Добре, ну тогда держись в місці. Спасибо. Второй этаж. Везет. Здрасте. Здравствуйте. А нам нужен пастушков. Я пастушков. А вас дети в Киеве ждут. Эвакуацию просят. Принимайте решение и эвакуируемся.
Нам очень тяжело ездить за вами, каждого собирать. Но стараемся идти навстречу людям по-человечески. Я понимаю, но... Без ног. Батя, сумку, трусы, носки и поехали. В детворе, в семью. Это главное. Там жизнь. Здесь может быть ее не быть. Ну я так, просто рассказываю. Я человек, понимаю, что я все слушаю. Человек взрослый, человек опытный, жизнь прожил, все понимаете. Даже не знаю. На время хотя бы выскочи, пока определенность будет. Лещанск может в кольце быть. Сердонецка нету, Попасной нету, Рубежного нету. Много называть населенных пунктов, которых нету, физически нету. Это я все понял. Людей нету, детей нету. Так а вы куда меня сейчас довезете, допустим, сейчас? До Днепра. А в Днепре созваниваешься, тебя твои хватают. А куда там дальше они тебя хватают, я не знаю. Ну семья, в семью едь, свою семью. Ладно, будем собирать. 15 минут, бать. Собираем вещи. Давай. Другое место. Идите здесь, не-не-не, сейчас все будет. Сейчас поедем. Я думаю, мы на этой машине поедем. Нет, вот машина. 9-10, да? Да, 9-10. Уговариваю, конечно, если тем более у тебя все есть там. А это, а на машине можно ехать? Можно на машине. Мы тебя вывезем туда на... Там подождешь, приедет волонтер и за ними поедешь, чтобы уже... Ну, она у меня подбита, я ж на РТ попал. Ничего страшного, мы тебя довезем. Надо завтра выезжать туда. Заберем тебя, сопроводим. Че, выехать? Ну, страшно. Жить невыносимо, стреляют, да. Дом трясется, стекла побили. В подвале лежишь, это самое. Вот дедуля той слепый, не нашел. Жизни немає. Дякуємо поліції українській, ми любимо Україну, неньку. І бажаємо, щоб вона розквітла. І ворога гнали аж, не знаю, куди. Дякуємо вам. Вот так, все, встав. Все, давай. Дякую поліції, що вивезли нас, врятували. Хлопці дуже розумні, вічливі, турботливі. Ну, дякую. Слава Україні!